Один человек погиб, сотни домов разрушены в результате сильного наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Президент страны объявил в пострадавших районах чрезвычайное положение. Мы мобилизовали комитет по чрезвычайным ситуациям, включая армию, силы безопасности и Минсоцразвития, чтобы они работали совместно с полицией и властями. Мы продолжаем расплачиваться за изменение климата. Сильные дожди не прекращаются в Аргентине несколько недель. В некоторых регионах за месяц выпала годовая норма осадков. Больше всего страдают север провинции Буэнос-Айрес, центральные и южные регионы провинции Санта-Фе и юго-восток провинции Кордова. В городе Ла-Эмилия дома затопило более чем на 2 метра. Мы здесь все платим налоги, и вот что мы получаем взамен. Власти оформили это как жилой район, и вот что произошло. Нынешние наводнения ощутимо ударили по сельскому хозяйству. Ущерб для отрасли оценивают по меньшей мере 800 миллионов долларов. Аргентина – основной экспортер соевого масла и муки. Около миллиона гектаров полей в настоящее время оказалось под водой.